А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и сегодня у нас новое видео по экономической игре Кладоискатели. Уже 3 недели новых роликов не было. И была пару дней назад интересная ситуация, о которой я сообщал у себя на новостном канале Telegram. Решил все это осветить и проверить, действительно ли все наладилось. Итак, давайте для начала посмотрим, что у нас по статистике. А по статистике у нас вот так. Работает игра уже 104 дня. Выплачено 28 миллионов 574 рубля. Участников более 16 тысяч. Вот такая статистика. Я считаю, что очень классная статистика за 100 дней, как для экономической игры. Но по-другому быть и не могло, потому что здесь опытная администрация. Ну и теперь давайте посмотрим, что о ситуации. Перейдем в раздел новости. Перед тем, как мы посмотрим новости, я скажу, что была такая ситуация, Pair отключил данную экономическую игру. Как вы знаете, несколько месяцев назад Pair прекратил работу с хайпами, но оставил экономические игры. Поскольку в кладоискателях были мини-игры, то Pair посчитал, что это что-то типа казино, и в принципе отключил ввод и вывод средств на экономическую игру. Администрация кладоискателей провела переговоры с поддержкой Pair и сошлись на том, что Pair снова подключают, но они с самого сайта игры убирают мини-игры. Так и собственно сделали, мини-игры убрали, но вот здесь в новости написано, что для мини-игр будет создан новый сайт, и скоро они сообщат об данном сайте. Там также будут подключены несколько платежных систем, кроме Pair. Так что игра работает, и пополнение и вывод на Pair кошелек уже все должно быть доступно. Собственно, сейчас мы это и проверим. Но давайте перейдем в мой аккаунт. Напоминаю, что мы зарабатываем, переходя в раздел «Карта», покупаем различные локации, которые нам приносят каждый день прибыль. Но тут такие условия, что каждый день необходимо заходить на купленную локацию и забирать вашу прибыль, выбирать одну из ячеек, потому что если вы этого не сделаете, то просто один день пропустите, и соответственно ваш вклад будет работать на один день дольше. У меня работает 3 локации, это локация «Атлантида», далее у меня работает локация «Скифское золото», и также работает локация «Эльдорадо». В сумме инвестировано на 3 локации 1750 рублей. Одна стоит 500, вторая 250, ну и «Эльдорадо» стоит 1000 рублей. На этих 3 локациях я постоянно зарабатываю. На балансе, как видим, у меня доступно к выводу 2000 рублей. Я выведу 1000, а 1000 я оставлю на реинвесты. Так, давайте теперь будем выводить. Переходим в раздел «Вывести». Далее тут выбираем платежную систему. Как видим, Pair доступен. Кстати, мой лимит составляет 1000 рублей в сутки. Выбираю Pair. Выбрать. Далее, как видим, сумма у меня уже прописана. С учетом комиссии будет вот такая сумма доставлена на кошелек. И здесь необходимо указать мой платежный пароль. Сейчас я это сделаю за кадром. Все, платежный пароль я указал. Нажимаю «Заказать выплату». Как видим, выплата произведена успешно. Ну что ж, опускаемся вниз. 1000 рублей. Сегодня 13 марта. Статус выплачено. Переходим на Pair кошелек. Обновляю страничку. Как видим, 990 рублей 58 копеек. Открываем комментарий. Выплата пользователю интернет ID с проекта «Кладоискатели». Так что, как видим, действительно Pair работает, и все здесь нормально. Можем зарабатывать с вами дальше. Ссылка для регистрации будет под видео в описании. Ну а на этом пока что все. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и профита, и до новых встреч!